Вас запечатали, сфотографируйте. Фотографируем. Фотографируй же это. Ну, рассказывай. Как это готовить? Угу. Сперва надо взять кусок бумаги, потом нарисовать, потом положить перчик. Потом, сюда смотри же, рассказывай. А потом, зрителям. А потом накрасить. Ты что, это в школу? Себе дома. А я рассказываю кулинарии. Дай поцелую. Не буду тебя пачкать. Ну, с Богом в школу. Первый раз, первый класс. Чтобы была отличница. Живаете? Живаете? А, пиццы кусочек можно. Ну, возьми. Ну как, вкусно? С перчиком. Вообще... Ой, ну мне же, знаешь, с перчиком не за следующий раз. А, ну мало можно, я тут люблю. Еще есть травка, хочешь вот такой? Нет, сейчас потом. Так. Потом покушаешь? Ага, сейчас бабушка. Ну ладно. Тоже. Давай. Давай, кушай. Так что я думаю, что я могу. А Станька, не отходили? Нет, нам все некогда. А логика на работу, что я еще. Первый класс. Должно быть много-много снимков. Надо было и фотоэта взять себе. Что? Фотоаппарат. Вот он. А у меня есть фотоаппарат. А, вот. Ну, да. Посмотри. Что с вами? Тебе что-нибудь обрезали? Нет. Где Залина? Мама подняла. Это ты должна быть. Учат в школе, книжки добрые любить.
сегодня гордо шли по осенним улицам. Лишь посмотрит, кто на нас сразу залюбуется. Нам ни капельки, друзья, не было обидно, когда сказали первый класс из-за цветов не видно. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколята со двора. Принимается школа, ребятишек в первый класс, но сегодня день особый, мы должны встречать нас. Я вчера еще не знал, что такое школа, и себе не помышлял даже про то. Папа с мамой почему-то сильно волновались, говорят, не спали, а ночь за меня боялись. Ученица стал я, как и все мои друзья. Станет школа дом второй, светлый, добрый и родной. Я еще вчера в портфель уложил тетрадки и впинал карандаши, уставил по порядку. Вы нас дружно все учите. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И тогда пойдет учеба просто замечательно. Светы и гуморитовой Дианы звучит песня детства. Работали вообще. Да.